Пол на Макрика. Так, ну что, сейчас 9 октября 2016 года. Мы несколько дней в овер не играли. И сейчас, короче, зашли, и тут сюрприз. У меня какого-то хрена 11 контейнеров в игре. Вот, причем никто из нас их не покупал. Их можно купить в сторе, но никто из нас их не покупал. Я, в принципе, чё думаю, то, что это как лотерея. То есть ты же не знаешь, что тебе попадется. Поэтому ты, если хочешь... Кто покупает контейнеры в сторе, они просто играют в лотерею. Но мне никогда не везло. Я вот в своей жизни, по-моему, только один раз пробовал что-то, ну, на какие-то деньги там смешные поиграть, там, на 20 рублей, на 50. Но я все проигрывал, мне никогда ничего не везло. Поэтому я бы никогда бы сам бы не покупал. Вот Володя тоже, да, говорит, что не покупал в контейнеры. Вот. Нет. Я просто думал, что купил ты мне втихаря и на мой аккаунт, и чтоб я зашел и сюрприз сделал. Ну нет, короче, вот, и вот Фил, я знаю, он покупал контейнеры, там можно 20 купить контейнеров, это по цене как одна игра будет. Можно 10 купить, можно 5. Вот, он покупал два раза, и ему примерно из 20 контейнеров только в двух или в трех что-то хорошее выпало. То есть ему было такое, то, что ему там два раза подряд легендарные скины выпадали. Было то, что пять раз подряд вообще ничего не выпадало. Ну, в общем, короче, кому как повезет. Вот. И давай сейчас я открою их, посмотрим, что попадется. Вот, ну тут, короче, контейнеры летних игр есть, но их не дают почему-то. Когда летние игры закончились, больше так их не дают. Скоро будут зимние игры, но там уже будут, по идее, зимние контейнеры. То есть, вот... Как открыть шмотки, которые были в летних играх? Хрен поймешь, раз контейнеров нет, их получается, что никак не откроешь. Наверное, надо ждать следующего летнего сезона, я так думаю. Ну это еще год. А меня слышно видео? Ну да, у меня в тусовке все включено было в настройках. А сколько у тебя сейчас денег-то? Ты покупал, если ты... Ну, ты вообще что-то покупал за последнее время? Нет, и вот у меня здесь 700. Я когда стал... 400 монет, сейчас стало 700. А, ну вот у меня сейчас 590. Сейчас я настройки проверю, но у меня все включено, в принципе, было. Блин, я до сих пор не выздоровел, у меня до сих пор еще нос, блин, заложен. Включить звук с микрофона... Включить в показы. Общий доступ к звуку тусовки. Да, у меня есть в тусовке звук. Вот. Ну что, открываю первый. Давай, удачи. Ну, в принципе, да, мне вот всегда в основном попадалась одна фигня. Мне деньги, кстати, выпали. Ну, 50. Сколько? Всего 50. Mm-hmm. Граффити для Ангела, костюм, который у меня есть, и граффити для Трейсера, который уже есть. Ну, тоже фигня. В первом контейнере фигня. Сейчас второй открою. Единственное, что я хочу накопить 1000, чтобы купить... О, мне что-то легендарное попалось. Мне костюм, короче, попался для макаки легендарный. Но я с макаку не играю. Вот. Единственное, я хочу накопить 1000 монет, чтобы купить... Как я для Дивы 1000 монет накопил и купил легендарный костюм, так я хочу для Торбьерна легендарный костюм байкера купить. Может, выпадет. Удачи тебе. Ну, пока вот фигня. Граффити, эмоции. Я не знаю, главное, я вот особо-то не знаю, ну, не по каким сайтам, там нигде не хожу, где можно новости по игре узнать. Вот опять деньги выпали, но опять мало. Вот, поэтому я не знаю, какого-то хрена они решили дать 11 контейнеров бесплатно. Странно. Я думаю, сезон закончился какой-то. Ну, я заходил, смотрел, там сезон соревновательный так и продолжается. Ну, мы же особо-то ничего не выиграли, мы большинство матчей проигрывали. Опять деньги попались. Поэтому я не знаю, почему нам. Мне для Гензи скин дали, прикольный, желтый такой. Денег пока мало попадается. Когда вот сундук попадается, вот там много. Нет. Опять фигня. Но мне в основном граффити попадаются. А тебе что? А, ты говорил. Да, у меня один клан. Реплики, граффити. Ну, я то, что хотел, уже себя открыл.
То есть для Ханзо этого костюм волка и для Хиллера своего костюм этого демона. И все, да, я другими не играю. Но у тебя для демона белый костюмчик дьявольский такой, а есть еще красный с черным. Вот мне кажется, красный с черным получше. Тоже красивый, да. Так, ну мне пока фигня. Остальные игроки для меня враги, другие персонажи. Для Дивы что-то попало, сейчас посмотрю. Так. Лучший момент матча. А, ну это... Я другой хотел. Тут, где она стреляет и из робота выпрыгивает. Ну я поставлю. Вот, я хотел, где она лежит и пузырь надувает из жвачки. Вот это прикольно. А, я еще... Для детка у него лучший момент матча прикольный есть, где он, короче, выпивает масло, и у него огненная отрыжка такая изо рта вылезает. Да, прикольно, я не видел такого. Ну посмотри, там в победных позах увидишь. То есть лучший момент матча. Мне, короче, 905 монет у меня. У меня еще два контейнера. У меня теперь Макри на Зорро похож. Что-то между мафией и Зорро. В маске? У него маска, шарф такой и шляпа желтая. Мне для Мэй новый костюмчик попался. Я как раз за нее играю, поставил его. Ну что, последний контейнер. 910 монет пока. Деньги выпали, но опять мало. Мне не... Мне... Слушай, мне хватит денег! Мне только что выпали деньги, у меня 1060. То есть я могу как раз купить костюмчик тот. Все-таки, блин, ништяк, все-таки хватит. Ништяк, наконец, давай, одевай его и пошли играть. Блин. Круто. Тот байкер, да, или какой? Да-да-да. Ну чё, покупай, блин, офигеть. Короче, смотри. Сейчас у меня тут новинка. Сейчас я быстро нажму, чтобы она мне не показывалась больше. Для трейсера что-то новое. А, ну спрей. Блин, у меня сейчас игра что-то тормозит. Я захожу, короче, в меню персонажа, и тут вообще тормоза. Блин, странно, у меня ничего нет. У меня все гладко. Нет, естественный отбор. Я куплю сейчас его, но у меня тогда 60 монет всего останется. Но. Блин, реально, прям вот чуть так вот, прям вот. То есть так. Ну, блин, Близзарды молодцы, они нас радуют постоянно, что-то добавляют, контейнер он дали. Они крутые. Да. Но у меня именно забегал, набралось. Можно. Ну, почти в упор набралось. То есть 1060. Ну, ладно, я, короче, этих проверять не буду. Короче, так, значит, это. Так, для Дивы я эту штуку поставил. Че у меня еще там было такого? Для Мэй костюм поставил. Так, ну все. Все, короче, сейчас покупаю. Сейчас начал я. Победные позы. Вот это закрыто. А может, типа из-за того, что мы не играли, они специально дают контейнеры, чтобы не вернулись? Да не, ну сколько дней? Дня три, что ли, не играли? У меня же был спрей для Торбьерна, где я типа повар такой. А сейчас он у меня поменялся, и я что-то... А, вот он. Вот я его верну обратно. Так, ну чё? Покупаю костюмчик. Тут, короче, у него пиратские есть скины, типа он пират такой. Но они прикольные тоже. Но мне нравится вот этот. Тут, короче, два похожих костюма байкера. Один называется байкер, а другой называется банда мертвецов. Вот байкер, он такой со звездочками. Ну, звездочки там такой, синие, разноцветные полоски такие, синие, красно-белые. Но мне такой цвет не очень нравится. Вот. А банда мертвецов это такой же скин, но он типа черный такой байкер. Вот это мне раскраска вот это лучше нравится. И еще у него в этих скинах вместо обычного молоточка у него какая-то палка железная. И представляешь, за все время, что мы играли, мне ни разу не выпало ни одного костюма для Ханзу. Только один, который я купил, и все остальные закрыты. Вот. У меня то же самое. Я для Дивы хотел костюм, он мне не выпал, в итоге я деньги смог накопить, купить. И для Торбьерна то же самое.
выпадают Смотри, по у каждого костюмы. персонажа, да, вот смотри, у каждого персонажа костюмов примерно вот сколько, 6, ну, скажем, 10, да, костюмов. За Ханзу вообще ни одного костюма не упало из 10. Даже самого дешевого. Да. Вообще костюмов выпадает очень мало. И выпадают именно те за персонажа, за которых ты не играешь. Да, игра как будто знает, что ты не за кого-то играешь, за кого она и не дает. Да. Ну все, я на этом тогда сейчас закончу видео распаковки контейнеров. И дальше продолжим играть уже. Но я не знаю, буду я записывать матчи пока или нет. Ничего.